Турочка. Мы ее стерилизовали, вот этот вот. Видно мрамор. Мишки делали. Это тоже наша стартовая шпатлевочка акрилом. Наша модельная масса откалированная, но здесь мы делали два цвета по сырому. Той же техники Маракеш. Только ложили один светлый сначала, потом наверх темный и заглаживали. И получился вот такой вот декор. И потому что только мы гульнули сверху вот эти вот. Снимаешь? Да. Да, вот это мы сделаем только в таком, как, что мы взяли из красителя? Бордовый. Вот мы взяли бордовый краситель, взяли бриз, да, и сделали две базы. Одна светлее, другая темнее. Вот. И я вам покажу вариант. Не вижу. На голубом мы где-то делали, да, помню. Мы делали голубой. Ну, не важно, сейчас я покажу, как это выглядит. А вот. Вот, например, у нас есть уже есть основа, да? Вот мы эту основу положили, например, да, тонким слоем. Светлую. А, да, светлую. И здесь получается вот, получается как будто бы цвет, да? Что-то похожее делал. А? Я что-то похожее делал. Да, вот это обычное. Да. Вот ты его, например, положила. Мы это делали в, ну, голубыми. Потом такое получается вроде такими. Как? В таком цвете тоже очень красиво. Да, как будто бы ну видишь, оно получается не ленки. Вот да, если, например, да, взять Венецию, вот покажи венецианку на колонне. То Венеция видно. Нет, вот это на колонне. То Венеция видно, она такая как будто бы как масло нарисовано. Вот нету этого такого ингредиента цвета, да. Вот, она такая, как вот маслом. А уже когда мы работаем бризом в цвете, да, то у нас получаются такие очень интересные вещи. Это тоже мы срисовали у французов, вот, когда это что же они первый раз колеровали материал похожий. Он, по-моему, назывался он джипсус, так назвали. Вот. И вот они делали такие очень интересные вещи. То есть ты тоже можешь взять это на вооружение. Ну, в объеме красиво смотрится, очень воздушное такое легкое. Да, мы делали потолки, вот если делать такую небесную акварель, то это, конечно, очень эффектно. И вот пока оно даст сырое, ты можешь. Вот. А потом оно чуть подсохнет. Ну, еще один там один фокус нанесем. Вот, такой, смотри, вот мы берем и делаем вроде как, так называемый, как мы называем, маракешек. Вот. Но он это делается, конечно, по мокрому, вернее, по высохшему, но можно показать и по... Сейчас я отвечу, пока выключено. Мы, да, тут вот советом постановили, что мы назвали это фламандской штукатуркой, вот, и мы еще маленькое дополнение. Берем еще немножко материала, вот он немножко прихватился, вот, и наносим еще, да.
Да, еще добавим немножко изюма. Хотя не, он, видишь, еще сыроват. Еще надо ему подождать. Но идею вы понимаете. Да, вот покажи, здесь. А вот здесь я положил. Вот такой легкий маракешек. Видишь, только цветной. По брезе. Вот. Или марсельский вот. Вот так его называют. Тоже мы его отколируем сейчас. Я так думаю, взять, может быть, серебро, да? Да, серебро почему. А ну, мне помогите. Значит, что можем? Перед этим можем просто скрыть бесцветным, да? Золото, он есть золото. Понимаешь? Ой, товарищи, мы первые. Я люблю золото. Ты бабу можешь сделать. Можем его не все, можем такими, да? Просто. Слушай, как ее так, чтобы она не все было, а такими? И тот оставался свет, и тот оставался свет. Что-то есть в этом? Угу, либо. Если где-то подтекла вода. Влад, я тебя просто, на этот комментарий, ну ты знаешь, тебя будет слушать вся страна, все ближнее и дальнее зарубежье. Очень красиво, шикарно. Это красный и серебро красиво смотрится, понимаешь? Или перламутр? Ну это же и сейчас железно. Золото смотрится на темных вот таких. Ну кто тебе сказал? Я тебе. Вот. Я тебе. Вот это сочетание, интересно. А я говорю, что это будет бомба. Ну а теперь кто со мной подходит? Я. Ничего, красиво. Еще. Ладно, уговорили, красиво.